Ребята, всем привет! С вами Таня. Сегодня 23 июля. И мы с подругой Аленой и Светой идем в магазин покупать. Ну, у нас уже было одно неудачное видео. Да, это очень неудачное видео. Короче, мы идем сейчас в магазин. Да, в магазин. Покажи. Сопу. Короче, вы увидите его сами. Запомните, я там часто бываю. Ну, хоть кто-то будет смотреть. Конечно. Кто? Ну, ладно, прощаемся с вами. Пока. Блин, в магазине съемку не разрешают, поэтому мы будем снимать снизу. Они выбирают мороженое. Тут большой выбор мороженого, сорти. Я такая... Офигеть! Подарок за парк. Куда ты купила на самом деле? Мы купили большой папа, мне капучино, Алене тоже капучино, а Свете шоколад. Просто капучино. Да, просто это не любит. Это капучино. Вау. Все. Я тебя обожаю, Полина, что это будет. Так, мы уже доели мороженку. Алена и Света еще вон сколько едят. Недолго ждать, блин. Большой папа, что? Ты пока ты попробуй нас смешить, там мы мороженое купили. А, знаешь, как говорят? Типа, не смеши друга, пока он уже чайку, размеши друга, когда он запьет ее молоко. Типа такого что-то. Что вы пели? А, мало пела, я не. Давайте, пойте. Hey, stay. Давайте. Hashtag selfie, hashtag smile. Большой лайкост. За Алёну. Да блин, Света. Я попыталась выпить, хоть я не достаю. Ребят, нас сейчас ливануло, ну, со Светой. Мы, бедные, короче, сидим в машине. Вообще, и мы не ожидали... Ты чё, тряпочку повесил? И, короче, мы не ожидали, что такой ветер будет. И сейчас начался тоже опять дождь. И, короче, мы пока... Да вот, сейчас покажу пока. Это еще маленький дождик. Вот сейчас начнется. И меня под машину снесло. И, короче, Свету снесло под машину, она несла коробки, и Свету снесло под машину. Она... И еле водитель успел затормозить. Да, еле водитель успел затормозить, иначе... Да. И короче, еще мы несли бантики. Да. Бантики. И прямо вот это... И там... Маленький ветер был, а потом бабах, и все прям вообще, вся грязь на нас полетела, ужас. Ну и мы теперь сидим и глаза оттираем от такой пыли и грязи. Вы знаете, ну когда так, пыль когда, дождь, и до этого была жара. И вот идет это испарение, и жарко тебе, и холодно, идет дождь, и вся эта, цветочка заболит. И вся вот эта вот пыль прям тебе в глаза летит вообще. Это вообще настолько невозможно. Это уже просто жесть. Все люди поразбежались, да. Как могли, в какие только стороны вообще. Вот видите, почти ни одного человека нету. Света, убери свою тряпочку. Света тут все хламует. Вот видите, ни одного человека не осталось. Ну, кроме нас, конечно. Ну и машины. Все разбежались от такого дождя. И это, например, ну, это происходило минут 10 или 15, но не больше. И вот за эти 15 минут площадь вот эта вот была полна. Ну, почти полна. Там что-то происходило. Конкурсы какие-то. Короче, мы когда с Аленой гуляли, вообще такого не было. И вот на этой площади сколько было людей, они за 10 минут все разбежались. Это просто жесть.